отличаются чем-то американский зритель от привычного, обычного зрителя российского? Ну, наверное, мне кажется, гораздо радушнее, потому что обычно, ну, далеко до вас лететь, и в основном, конечно, все смотрят либо русские каналы здесь, либо слушают музыку через интернет, и редко сюда какие-то артисты... Нет, конечно, прилетают артисты, но не все. Здесь я могу погулять спокойно по улицам, хотя и здесь узнают много соотечественников, но, тем не менее, не так, как там в Европе или в России. То есть в России я просто вообще не гуляю на улице, а здесь я могу прогуляться. Я вот вчера целый день гулял, сегодня целый день гулял. По каким улицам гуляли? Я и по Сохо гулял, и по районам Челси, естественно, на Манхэттене, на Таймс-сквер, был на мюзикле «Мулен Руж». Мюзикл — это тоже отдельная часть программы, я всегда посещаю, если я приезжаю на хотя бы хоть на день, на два, я всегда прихожу на какой-нибудь мюзикл. Вот вчера мы только прилетели днем, а вечером я уже пошел на мюзикл, потому что я понимаю, что нужно подпитываться этой культурой.